благодаря поддержке правительства области и федеральной поддержке, которая в этом году порядка 4 миллиардов рублей, нам удалось достигнуть очень хороших результатов, которые, по сути дела, являются рекордными за последние 15 лет нашей новейшей истории сельского хозяйства региона. Мы уже на сегодняшний день убрали порядка 550 тысяч гектар пашни зерна и намолотили и заготовили 1 миллион 515 тысяч.